Всем привет, дорогие друзья! В эфире вновь «Вечерний Витебск». С вами Наталья Парфенова и... Иван Павиченко. Привет, Мне так нравится представлять самого себя. Всем добрый вечер. В общем-то, наше телекафе, как всегда, в прямом эфире вещает на всю Витебскую область. И сегодня мы будем говорить очень о многих вещах, но я предлагаю все-таки начать с интернета, узнать, о чем писали новостные сайты. Ну, возможно, там что-то интересное. Давай, Ваня. Не исключено. В общем-то, все, Наташ, на следующей неделе начинается Славянский базар. 5000 человек. Не надо меня пугать. Ты не бойся, из 35 стран мира ждет Витебск. Сегодня уже второй день монтируют сцену в летнем амфитеатре. В этом году все оборудование привезли из Москвы. Кстати, сценография ни разу не повторялась за всю историю фестиваля. Это 26 лет, на секундочку. Например, в этот раз многое будет в национальном стиле. Будут белорусские мотивы и на экранах, и в декорациях. Мне кажется, в каком-то году уже были такие, как соломенные такие были, из соломки. Как были, но сейчас 21 век, эта соломка будет нарисовано, это все будет изображено графически. Вообще город подготовился, учли ошибки предыдущих лет. Например, появится горячая линия, по которой можно будет узнать о наличии свободных мест в гостиницах, общежитиях и хостелах, выяснить любые вопросы. В принципе, я уже могу ответить. Во время Славянского базара нет свободных мест ни в гостиницах, ни в общежитиях, ни в хостелах. Волонтеры будут спрашивать, почему нет свободных мест. Да. А приятный женский голос будет объяснять. Ну, нет возможности. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Волонтеры, кстати, будут проводить бесплатные экскурсии. В Здравнево будет ходить специальный автобус. По-другому будут расположены подворья, палатки с едой. В общем, в ближайшее время обо всем этом подробно можно будет узнавать из новостей, из нашей программы. А я даже читала, что все вот эти палатки с едой и выносные, так называемые, да, кафе будут работать круглосуточно. Ух ты! То есть это можно как-то есть, не останавливаясь. Да. Вот это праздник. Как сообщает Ветвести Бай, молодоженам из Витебска вместо цветов подарили почти 50 килограммов корма для животных. Все дело в том, что девушка уже несколько лет трудится в витебском приюте для бездомных животных, и невеста предложила, чтобы гости дарили ей не букеты, а корм для питомцев. Ну, все-таки без цветов можно как-то обойтись, а животных в приюте без еды нет. Ну и самое интересное, это как невеста с женихом потом будут делить все-таки. Надаренные. Ну, вообще, любовь к цветам может привести к самым неожиданным последствиям. У нас есть фото, которое сегодня стало самым обсуждаемым в витебских сообществах. В общем, судя по всему, это улица Калинина и, наверное, самый необычный способ парковки автомобиля. Ну, он решил, что его машина похожа на божью коровку, и она точно украсит эту клумбу. Нет, просто ты же знаешь, в чем проблема больших парковок. Ты оставил автомобиль, и никогда не знаешь, выходя из торгового центра или еще откуда-то, где ты его ставил. Но зато здесь все понятно. Идешь к клумбе, автомобиль где-то там. А там стоит дяденька, милиционер. Конечно. Вот он, твой автомобиль, человек. В общем, вот такие новости, что обсуждали сегодня. Я здесь. Ну, прекрасные новости. Кроме всего прочего, сегодня среда. Среда, говорят, это маленькая пятница. Вот он, экватор недели. И осталось совсем немного до ближайших выходных. И я думаю, что уже стоит их планировать и придумать, куда мы пойдем, с кем мы встретимся и как мы полезно все это проведем. Я думаю, что мы вам немножко поможем в этом вопросе. Мы вас сегодня познакомим с нашими гостями, и, возможно, что-то вы возьмете на вооружение, что-то вам понравится, и каким-то образом вам захочется с ними тоже в какой-то момент познакомиться. Любопытно. Да. Мне уже хочется. Ну, прекрасно, Ваня. Значит, и начнем, дорогие друзья. Это «Вечерний Витебск». Делайте звук телевизоров громче. Я рада представить вам
первую пару наших гостей, очаровательные дамы. Это Елена Занько и Анастасия Колесникова, маркетологи кондитерской фабрики «Витьба». Девчонки, привет! Девушки к нам пришли не с пустыми руками, а с всевозможными сладостями и вкусностями от «Витьбы». Спасибо вам за это большое. Ну, вообще, приятно вас каждый раз принимать. Вы каждый раз не с пустыми руками, мы вас очень любим. Сегодня наши гости решили сделать подарок не только нам, мне и Ване, чтобы порадовались еще и наши телезрители. Девчонки принесли с собой еще некий сладкий презент и для вас, уважаемые дамы и господа. Кому именно он достанется, мы узнаем в конце эфира. Для этого вам стоит ответить на несложный вопрос. Ваня, задавай. Вопрос звучит, в общем-то, очень просто. Мы его уже опубликовали в нашей группе ВКонтакте. В общем, сколько содержится калорий вот в этом бисквитном рулете? Небольшая подсказка. Ответ можно найти на официальном сайте «Витьбы». В общем-то, там несложно разобраться. Ответ нужно оставлять до конца нашей программы в нашей группе ВКонтакте. В конце мы подведем, и у кого-то сегодня к чаю будет рулеть. Прекрасная новость. Я думаю, что уже все сразу стали искать сайт фабрики «Витьба». Девчонки, у нас на столе продукция филиала кондитерской фабрики «Витьба», филиал «Сладкая страна». Я знаю, что этот филиал производит пирожные «Сноумакс» и рулеты «Мамита». Это бисквитные. Да. Ну, расскажите, сколько вообще видов, допустим, пирожных, сколько? Я так понимаю, что там отличается и начинкой, и каким-то внешним оформлением, да? Ну, на сегодняшний день пирожные под торговой маркой «Сноумакс» насчитывают 3 ассортиментные позиции. Угу. Это вот, как вы видите, с молочной начинкой декорированной пирожное, оно весом 30 грамм. И еще есть 2 вида, это с клубничной начинкой и с вишневой. Они покрыты шоколадной глазурью массой вот 40 грамм. Угу. Кроме этого, еще вот есть рулеты под торговой маркой «Мамита». На сегодняшний день это 4 позиции, 180 грамм. И вот буквально недавно вышла новинка – рулет с вареной сгущенкой. Кроме этого, есть еще рулет с вишневой начинкой, с молочной начинкой, ну и с шоколадной начинкой. И есть также мини-формат, представлен в торговой сети. Это тоже рулет с вареной сгущенкой и с вишневой начинкой. То есть они поменьше? Они поменьше, да, 125 грамм и 115 грамм. То есть если хотим немножечко уменьшить свою упаковывать массу, да, к чаепитию, то есть для какой-то калорийности, да, в том числе для маленькой компании, то можно приобрести мини-посылку. Я не могу не спросить, а с какой начинкой пирожные рулеты нравятся вот вам лично больше всего? Ну, я люблю с традиционной начинкой, это вареная сгущенка, ну и как бы вишневая начинка фруктовая. Тоже достаточно приятно, там есть легкая кислинка такая, угу, вот, и необычная легкая текстура. А вам? Пирожные с молочной начинкой, а рулет тоже с вишневой начинкой. Да? Да. А вот, кстати, дети почему-то больше, и как больше, как показывает практика, народ любит больше вот сгущенку, классическую начинку. Ну, как-то, может быть, это потому что из детства, из детства, да, потому, наверное, что больше сладости, в принципе, у нас было либо варенье, либо сгущенка. Да. И вот, может быть, какие-то вот эти вот ассоциации детства. Может быть. Но опять же, пока мы сваришь эту сгущенку, кому-то доводилось, и потом эти сталагмиты с потолка снимать. В общем, дизайн кухни приукрашался. Чем уникальна вот ваша продукция? Чем она интересна? Может быть, она каким-то образом пересекается с похожей продукцией других компаний, но чем-то отличается? Да. Во-первых, она уникальна тем, что здесь, скажем так, в рулетах и в пирожных используются натуральные ингредиенты. Это вишневый джем, клубничный джем. Uh-huh. То есть то, что мы приготавливаем дома, да, uh-huh, и можем наполнять свои какие-то, да, изделия. Uh-huh. А так как вот вы еще правильно заметили, то это импортозамещающий продукт, это аналог, скажем так, торговой марки «Барни». Uh-huh. Только что там пирожное выпущено в форме, да, медвежонка, угу, а здесь обычной прямоугольной формы, но, скажем так, ничем не уступает аналогу импортному.
Ну и опять же дешевле значительно, да. Потому что оно родное, здесь свое. И как... А кстати, скажите, как вам кажется, сейчас уже знают эти названия, вот Snowmax, Mamita, они уже известны вообще белорусам, то что уже какое-то время они есть на рынке, они есть в продаже? Ну, как показывает практика и мероприятия, которые мы проводим по республике, дегустации, которые мы проводим в торговых объектах, в принципе, люди уже знакомы и с названием «Мамита», что в переводе с испанского означает «мамочка». В принципе, как и позиционируется данный рулет, это как семейные ценности, собирает в кругу близких, друзей. Ну и «мамочка» — это как бы такое вот истинно всем знакомое слово. Я думаю, «мамита» и «мамочка» все прочитают какие-то нотки таких теплых отношений в кругу друзей. Ну и бисквитное пирожное Snowmax. Хочется отметить, что уже дети дошкольного возраста часто знают нашего сказочного персонажа, который приходит и в детские сады, и часто на всяких различных промо-мероприятиях. Вот недавно было 1 июля масштабное мероприятие совместно с МЧС на площади. Там были наши ростовые куклы, сказочный персонаж Snowmax. Дети очень радовались, все радостно встречают, все знают, что это забавный сказочный персонаж Snowmax. И поэтому мы считаем, что достаточно уже узнаваемость и лояльность есть на территории Беларуси. Вот, что касается такого хода рекламного, да, это делают ростовые куклы под торговыми марками, и персонажи становятся узнаваемыми, и где-то на этикетках, да, эти уже изображения, ну вот в частности тот же самый снежный человек, Snowmax, как вам кажется, он добавляет позитивного восприятия продукции? То есть он сам по себе уже является активным, таким, ну, направленность такую дает покупателям, потенциальным покупателям или тем, кто уже пробовал, может быть, пирожные. То есть он помогает в продвижении продукции, когда он появляется где-то в торговых центрах или на праздниках на каких-то? Конечно, даже вот на упаковке вы можете заметить, он не просто стоит, он в движении, он на сноуборде, такой веселый, активный персонаж. А когда появляется Snowmax на каком-нибудь мероприятии, дети очень довольны и счастливы. Очень позитивно воспринимают, да, эту куклу ростовую. Мало того, они еще все хотят к нему обниматься, все хотят на руки, но, как правило, не всегда внутри куклы мужчина, который может это осуществить. Физически. Да, физически, да. Поэтому очень радостно. И как вот Анастасия заметила, в День защиты детей, когда эти куклы были на площади, и была не одна кукла, у нас есть несколько персонажей этих. И когда они собирались вместе, маленькие дети, они очень были довольны, они танцевали. Это производило определенный фурор. Это эффект, да, производит, когда их несколько. Спасибо вам, девчонки, большое. Спасибо за ваш труд. Привет передавайте вашим коллегам от программы «Вечерний Витебск». Приходите к нам почаще. Спасибо. Дамы и господа, в гостях у нас были маркетологи кондитерской фабрики «Витьба» Елена Занько и Анастасия Колесникова. Наш эфир продолжается. Прямо сейчас постоянная рубрика «Попади в телек». Смотрим, куда успел за сегодняшний день сходить Александр Каринман и с кем успел пообщаться. Всем привет! Мы находимся на репетиции «Белки» сегодня в ДК Первомайском. Я думаю, что это просто легенды города Витебска. Им скоро, буквально 9 июля, исполняется 20 лет! 20 лет! В театре имени Якуба Колоса будет это все отмечаться, праздноваться. 18:00. А мы сегодня в ДК Первомайском на репетиции. Здесь очень крутая атмосфера. Давайте пообщаемся с ребятами, с их руководителем. Короче, пойдемте. Чем обусловлен такой наряд? Как называется твой образ? Ты в образе кого? Я в образе крутой девчонки, у которой все-все есть. У которой самое-самое. У которой есть полушубок? Да.
рэперская кепка. Там очень... Слушай, ну кепка видно с добавлением каких-то золотых пуговиц. Какая-то очень-очень такая рэперская хип-хоп кепка, да? Да? Ты сама ее делала или ваш тренер, ваш руководитель? Наш руководитель. Отрывал вот эти пуговицы у себя от шуб. Да. Вот нас мучает вопрос, меня и нашего телезрителя. Почему белка? Потому что белка – это самый классный коллектив. Это понятно. Почему белка именно? Белка. Почему не заяц? Белка, потому что мы такие же, ну, позитивные, двигаемся. Как белки? Да. Орешки? Орешки. Что с орешками? Как дела? Орешки? Это орешки, это какие-то сложности. И мы все эти сложности... О, это круто. То есть как белки раскусываете любые сложности. Да. Самое твое движение любви. Все. Их научили отвечать перед камерой. Так, если вам скажут, что вам не нравится в белке, говорите, все нравится. Если вам спросят, что вам нравится в белке, говорите, все нравится. Что вам нравится в белке? Все. Я говорил. Ладно, давай, пять. Паренек, как тебя зовут? Архип. Архип, ты танцуешь тоже? Нет. Почему ты не танцуешь? Я пою зато. А, то есть ты поешь, пока не танцуешь? Да. Какие песни? Слона там, соседи в шоке, родильный дом. Родильный дом? Да. Это про роддом? Там на всю жизнь называют Верой, или Мариной, или Петром. И потому жизнь не самый первый и самый главный родильный дом. Давайте откроем страшную тайну. Вы же на танцы ходите не из-за танцев, а из-за девчонок, так? Нет. Нет. Из-за танцев? Да, конечно. Почему белка? Почему коллектив так называется? Как, вот ты не задумывался? Почему не волки? Вот? Наталья Петровна на белку похожа. Потому что Наталья Петровна похожа на белку, точняк. Какой стиль танцев вы изучаете? Какие стили? Дэнс, хип-хоп, А народные нет? Белки Какое движение? Народный хип-хоп. Есть такое? У нас есть. Это когда хип-хоп, но в народных костюмах, да? Ну, что-то такое, да. Сколько лет вашему коллективу? Белки. С 97-го года! Аж музыка перестала играть. То есть исполняется сколько? 20 лет белки? Они разгадали, почему ваш коллектив все-таки называется «Белкой», и дали мне ответ на этот вопрос. Вот угадайте, какой? Ну, наверное, потому что белка самая активная, самая подвижная, и что-то, какая-то ассоциация. Вы похожи на белку. Я похожа на всю Беларусь. Такая же энергичная, такая же... эксклюзивная такая же. Вот умеет человек себя хвалить и правильно делает. 20 лет танцевальному коллективу. У меня очень много друзей, которые танцевали в «Белке». Уже выросли, я не знаю, очень успешные ребята. Очень хорошие люди, во-первых, вырастают из коллектива «Белки». В чем секрет? Что вы такое прививаете? Что это такое? Почему наверное, такие классные любовь, ребята? Любовь к жизни. У меня жизнь, составляющая ее, это движение, это красота, энергия во всем, поэтому я готова всем людям, кто к нам приходит, дать эту энергию на всю жизнь. Я немножечко проникся этой атмосферой, хотя сегодня я ел эклеры. Йоу. Вот такой вот фристайл. И сегодня все, пока. Мы были на репетиции у Белки. Дамы и господа, это «Вечерний Витебск». Мы вновь в прямом эфире, и я рада представить вам наших очередных гостей. Со мной Надежда Евдокименко и Максим Малаховский, творческая мастерская «Фокси». Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я думаю, что многие телезрители в начале нашей программы обратили внимание на чудные домики, которые появились в нашем телекафе. Один рядом с вами, один вот за нашей спиной. Это все работа вот этих очаровательных двух молодых людей. С чего вдруг, хочется спросить, почему вдруг такое увлечение, как случилось, что вы этим занялись? Ну, однажды просто очень остро встал жилищный вопрос кукольный у нашей дочки, и поэтому пришлось срочно что-то с этим делать.
собственно, прошлись по магазинам, хотели что-то купить, но как бы либо было что-то маленькое, пластмассовое, и как бы либо ну, космических каких-то денег стоило. И было принято решение самостоятельно решить эту проблему. Собственно, в общем, папа сел, да, нарисовал эскиз, так и дело ну, было? Ну, в общем, да, совместно с дочкой, она подсказывала, что она хочет. А сколько примерно было лет дочке в тот момент? 4,5-5, это вот так. Угу. Ну, она уже соображала, что да, она хочет, да, как да, это должно ну, выглядеть. Ну, она, конечно, более абстрактно нарисовала себя. Вот, но, собственно, купили и вот, материалы. И вот оно получилось, и вы да, вдруг поняли, что эх, как оно у меня получилось. Ну, не совсем. Получилось, да, действительно неплохо. Пришли знакомые в гости, и как бы они подумали, что мы привезли сувенир из Европы. И когда узнали, что мы сделали сами, как бы... Заказы посыпались. Ну, не то, что посыпались, но да, это было начало. Ничего большого и тяжелого пути. Да. Вот сколько времени вы уже этим занимаетесь? Где-то 1.5 года. Ну, уже нормально. Да. Я знаю, что в этом году ваши работы будут представлены в городе мастеров на Славянском базаре. Да. Это впервые да, вы будете выставляться там? Нет, не впервые. Мы участвуем. Уже в прошлом да, году была практика. Году. Угу. И мы ну, в других всяких выставках, Бэби-экспо, например, в Минске угу, мы были. Млын тоже известная выставка. А в городе мастеров там же не просто задача выставить и показать это, как на выставке, но там да, еще нужно показать, как это делается, провести мастер-класс какой-то, причем делать это на протяжении всего дня. Всем желающим раздадим кисточки, краски, и можно будет разукрасить небольшие наборы. Слушайте, ну, это, ну да, мне кажется, для детей это вообще даже такой мини-аттракцион, им безумно это все понравится, я думаю. Да, раскрашивать вот мебельку, как-то обустраивать это все. У нас будет несколько домиков, которые можно будет составить вместе, построить свой маленький кукольный городок. Угу. Так что детском тоже будет чем заняться у нас. Ну вот участие во всевозможных выставках, участие в прошлом году на городе мастеров добавляет вам уверенности в себе? Огромное, конечно. Да? Это большой эмоциональный подъем. Очень приятно видеть, слышать положительные отзывы, реакции родителей, угу, особенно детей, когда они все это видят. Всегда после таких мероприятий выходишь на огромном эмоциональном подъеме. Это самое приятное в том, хочется, что мы делаем. Хочется жить и трудиться. Ну вот мы видим домики для девчонок. Ну, мне кажется, что это для девчонок. А ты хочешь сказать, что существуют домики для мальчишек? Так? Ну, вот я хочу спросить, существуют ли домики для мальчишек? Да, или существует, что-то, может быть, не домики, может быть, это что-то другое? Да, это не совсем домики, это гаражи, парковки, военные базы, МЧС, замок. То есть вариантов много, еще больше, чем для девочек, на самом деле. Они такие же по размерам или их можно реально использовать по назначению? Они большие, очень большие и огромные. Но я думаю, что это такой ну, мини-формат, который вот сегодня представлен. И в дальнейшем каждый обладатель этого прекрасного домика или гаража, или парковки и так далее, может привносить что-то свое. Например, в доме можно поклеить или переклеить обои. Да? Можно сшить шторы, там уже заготовлены карнизы для них, я так понимаю, да? Да, 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 да. Ну, на самом деле, часть домиков покупатели просят специально приобрести, хотят без отделки, для того, чтобы вместе с ребенком окрасить, оклеить. То есть это дополнительная часть игры. То есть еще чем-то ребенка занять да, в течение недели, да, точно да, зная, что будет чем или заняться. Или самим тихонечко позаниматься, поиграть в то, во что не доиграли в детстве. Ну, что тоже, кстати, здорово. А сколько времени уходит у вас на создание, вот, допустим, вот такого дома? Ну, в первый раз это заняло очень много времени. И, конечно, сейчас уже процесс отлажен, но все равно это очень трудоемкий труд, много очень ручной работы. Как бы. Ну, а если у вас, ну, допустим, вот кто-то из телезрителей прямо сейчас смотрит эфир и думает, я ж вот такое искал, мне надо это срочно, завтра день рождения у любимой внучки, да, племянницы, дочки, и вам, если позвонить, то... У да, вас что-то есть уже сразу готовое. Да, наличие. Специально для таких случаев держим несколько готовых моделей. Для внучек и дочек. Да, да, да. Потому что часто бывает, что как раз ну, за день-два до дня рождения кто-то ищет подарок. Вспоминает о том, что завтра день рождения. Да, да, да. И вот когда натыкается нас, то есть находит нас...
То есть, собственно, сроки уже не позволяют что-то выбирать, заказывать, поэтому выручаем. Да, выручаем. А формат – это только такие домики или есть меньше, или есть, может быть, другого дизайна? Есть очень много домиков, да? Разных, да, угу. То есть и по дизайну, и по размеру в основном. Это вот... просто вы сегодня принесли большие, да. Чтобы их было виднее? Ну, в общем, да. На экране? Да. А вообще, скажите, это они разбираются, это разборная конструкция, или так надо их нести, переставлять? Нет, они полностью разбираются, mm-hmm. То есть они очень хорошо упаковываются, компактные. И что примечательно, для сборки не нужны какие-то там отвертки, ключи, угу. Собирается все руками. То есть, даже... то есть не нужен даже клей, скотч? Нет, да, ничего не нужно, гвозди. Как бы специальные крепления деревянные. И, соответственно, даже мама сама может угу. собрать. Или если ребенок постарше, то тоже может собрать самостоятельно домик. Вот у меня в руках один из элементов интерьера – это кроватка. Да. То есть вы заранее заготавливаете в том числе и мебель, да. Для домиков. Да, и да, она, да. Совершенно разнообразная. И может ли заказчик выбрать, то есть мне вот это, или, конечно, или оно идет может. В комплекте, ну, однозначно какой-то набор? Нет, оно есть комплектами, наборами. Чтобы можно было обставить, например, комнату, угу. Кухоньку, спальню. Но тем не менее, комнату. Все равно можно выбирать. Да, да. И, а можно что-то дозаказать? Конечно. Сундук. Хочу сундук. Да. А на самом деле, Ваня, когда ребята вот сегодня пришли перед эфиром и начали все это доставать, я увидела огромный ящик с вот этими маленькими штучками, и я не сообразила сразу, что это мебель для домиков. Я говорю, о, какой классный поднос для суши. На что Надя мне сказала, какая хорошая идея. Я об этом еще не думала. Ну, посмотрите, какая прелесть. Вот, вот надела таких кроваток и в суши-баре. Хоп, и пожалуйста, тебе... Суши в кровать, да? Тоже как вариант. А вообще, скажите, а насколько эти все конструкции, они устойчивы к детям? Где-то устойчивы ли назовем они? Так, да. Да, ну как бы это материал натуральный, дерево, то есть оно само по себе уже прочное. Угу. Конечно, при изготовлении закладываем прочность для того, чтобы домик выдержал. Выжил на протяжении, да. Какого-то времени. У нас наши родители на детей, у которых есть такие домики, присылают нам фотографии, где ребят залазят внутрь. Да. Серьезно, да. Да. Ну, домики побольше, конечно, то есть, чтобы. А, ребенок... есть еще больше. Да. Да, есть еще больше. А вопрос сейчас такой. Я думаю, что нас смотрят не только родители, я думаю, это основная масса ваших потенциальных клиентов, родителей, у кого дети достигли определенного возраста. Но я думаю, что и для детских садов эта история была бы прекрасна. Заказывают в детские сады. Да. Ну, а там же, наверное, процент прочности должен быть еще более. Мы отдельные модели предлагаем, потому что часто заказывают, они сразу предупреждают, что это будет детский садик, и мы тогда оговариваем нюансы, то есть делаем домик заранее прочнее, потому что один ребенок – это один ребенок, а 30 детей – все-таки это отдельная нагрузка. Ну да, хочу это, хочу то. А это могут быть, ну если говорить про домики, это могут быть только домики, или это может быть, например, парикмахерская, или там кафе, или еще что-то, или они такие вот, что это может модернизироваться, это можно пересобрать во что-то другое? Ну... Домик – это то, что представляет ребенок. То есть сегодня это дом, завтра это парикмахерская. То есть это тоже часть игры. То есть самостоятельно можно додумывать, да. Эту историю, да. И что-то добавлять, и что-то убирать. Дети проецируют разные жизненные ситуации на домики, на кукол, на мебель. Ваша позволь, дочка... я задам вопрос. Я просто на все смотрю с точки зрения практичности. А можно ли это использовать? Ну, например, у многих же есть, у детей в том числе, дарят часто домашних питомцев и маленьких домашних питомцев. Вот вместо того, чтобы ставить клетку, например, их можно поместить в домик. Не было таких предложений? Ну, в нашей практике были домики для небольших животных. Угу. Они были немножко не такого формата, но все же, да, были там селился йорк. Селился. То есть это сразу кот. Заказывали домик для, да, животного? Да, они предупреждали, и мы оформляли их в таком более в стиле таком, для животных. Угу. Было, да, было такое. А... Это единичные больше случаи. То есть в основном все-таки это, угу. Домики для кукол,
Для гаражей, да, для машинок. Да. Да. А ваша дочка до сих пор играет с тем домиком первым, который вы с Данией сделали? Да. Или уже у нее есть новые модные домики? Ну, первый домик, он всегда будет, да, почетное место, он всегда будет первым, но как бы она всегда участвует в фотосессиях наших, то есть мы постоянно... Сделали новый дом? Постой, да? Доченька. Нет, она не обязательно постой, она тестирует, да, то есть играет. Удобство, а будет ли удобно, а нужно ли что-то добавить, а может быть нам нужен здесь, папа, кажется, балкон. А здесь вот как вот лесенку бы нам сделать еще. А, то есть она еще и как дизайнер принимает участие. Да, помогает нам. А помогает ли она придумывать, я не знаю, какого цвета будет там внутреннее наполнение и так далее? Ей очень нравится раскрашивать, она всегда просит, вот, а давайте родители вы что-нибудь такое придумаете. И она была основоположником, наверное, модели для мальчиков. Однажды она нам сказала, что вот я рассказываю в садике о том, что у меня есть такой домик, а мальчикам завидно. И вот так родился первый наш паркинг для мальчиков. Паркинг? Да. Он был круглый или как он выглядел? У него есть съезды, дороги, можно парковать машинки, большие или маленькие. Это такой небольшой интерактив, шлагбаумы, подвижные части. Ну, тоже интересно. А у вас есть, может быть, группа где-то в соцсетях, где вот телезрители прямо сейчас? Во всех соцсетях, собственно, у нас есть. Как называется группа? Мы так называемся, кукольные домики, Фокси. Кукольные домики Фокси. Фокси по-английски, да. А кукольные домики по-русски. Да. Заходите, уважаемые телезрители, в группу в соцсетях «Кукольные домики Фокси». Смотрите, я думаю, что там есть образцы, фотографии, да, всевозможных вариантов, все, чем вы готовы удивлять и радовать. А может ли кто-то к вам обратиться вот, ну, с чем-то, с какой-то не совсем стандартной просьбой? Вот то, чего вы ни разу не делали. Вы готовы браться за что-то новое? Это очень часто так и случается, да, да, то есть кто-то увидел два домика, ему оба понравились, он решил их совместить, например, кто-то, у кого-то были свои какие-то идеи, там, или по цвету, кто-то под детскую подбирает, вариантов может быть масса. Я знаю, на сегодняшний день довольно модно заказывают кукол, которые похожи на хозяина, хозяйку, кому они достанутся. Делаете ли вы домики в стиле той квартиры или того дома, где живет вот будущий обладатель этого дома? Может быть, там, какого цвета у вас обои? Остались ли у вас остатки, мы это поклеим. А там, я не знаю, может быть, там двухъярусная кроватка, там двое, допустим, малышей. Или, может быть, в детской комнате там какого-то цвета шторы и, может быть, там фотообои на стене, то есть чтобы повторить. Такая практика была? Ну, как правило, конечно, все отталкиваются от той мебели, которая у них есть. И предпочтения при выборе они, конечно, дают, исходя из того, в каком цвете оформлена там детка, либо комната, где будет находиться этот домик. Поэтому с большего можно сказать, что да, в основном родители подбирают домики так, чтобы он подходил под интерьер. Мы, конечно, всячески в этом помогаем. То есть не сопротивляетесь? А копии своих домов заказывают, вот чтобы повторить уменьшенную версию? Почему вы так смеетесь? Ну, такого не было, но мне кажется, мы удовольствием повторим. После сегодняшней программы уже начнут заказывать и такие варианты. Мне кажется, что эта идея достаточно привлекательна и для рестораторов, ну, в том числе и витебских. Представляете, вот заходишь ты куда-то в кафе или в ресторан, а там стоит мини-копия этого заведения. Она и внешне похожа, и внутреннее убранство. Ну, это же так классно. И можно выбрать столик, совершенно не заходя ни в какие залы, а просто посмотреть. Да, то есть там от тебя администратор сразу. Вот такой вот у вас будет столик. Номер у него вот такой, проходите, пожалуйста. Вот туда. И ты с навигатором идешь, выбираешь, где там твой столик и где тебя будут ждать. Что у вас в ближайшее время в планах? Может быть, вы разрабатываете какую-то новую идею, может быть, что-то вот появится? Да, сейчас у нас в планах донести домики для многих. Мы участвуем в небольшом проекте, делаем модульный домик, который можно будет составлять один на один и строить из него всевозможные замки, дома, он может быть маленьким или побольше, будет выглядеть как конструктор. И в целом сама игра будет напоминать строительство города. Этот проект мы тоже представляем на одной платформе, на Улей Бай. Так, краудфандинговая платформа.
Да. Совсем аналог, скоро если будет. Кто-то знает Kickstarter. То... А кто-то из витебских ребят, может быть, ну, составляет вам конкуренцию? Ну, в общем, кто-нибудь еще занимается чем-то похожим? Мне кажется, нет. Вы не встречали таких? Mm-hmm. Если бы к вам кто-то присоединился, сказал, я тоже хочу, я всегда мечтал или мечтала, эх. Ну, в случае расширения, да, возможно. Но... Ну, и я не могу спросить, если вы говорите, что у вас уже есть готовые какие-то домики, поменьше, побольше, что вы готовы вот уже прям сегодня или завтра кому-то предоставить, ну, под заказ уже что-то, какое-то готовое изделие, где это все хранится? Как вы вообще, ну, помещаетесь? Или у вас дома отдельная комната? Разумеется, это не дома все происходит. У нас есть мастерская, да, все, собственно, и создаются домики наши. Вот, там они и хранятся, и мы их там делаем, оформляем. Спасибо вам большое, привет дочери, вашему главному вдохновителю, декоратору и вообще. Творческих вам успехов, Ваня. Я сейчас подумал, а если дочь у вас через какое-то время, повзрослев, попросит такой же домик, только уже в реальную величину, и чтобы в нем можно жить было, вы будете строить? Потому что она замуж выходит. Дети наши будущие. Конечно же, мы, как и любые родители, будем стараться сделать то, чтобы их будущее было прекрасным. Спасибо вам огромное, успехов вам. И я думаю, что мы обязательно увидимся на фестивале «Славянский базар» в Витебске, в городе мастеров. Дорогие друзья, уже с этого понедельника, с ближайшего, с 10 июля, ищите. Вы будете находиться, располагаться... В самом начале, там, где... Задвинье. Да, город мастеров. Угу. Ну, прекрасно. В гостях у нас были Надежда Евдокимова и Максим Малаховский, мастерская деревянных игрушек «Фокси». Так что заходите в группы в социальных сетях и обязательно приходите в город мастеров, там и увидимся. Далее наш эфир продолжается. По сценарию у нас наша постоянная рубрика «Афиша». Смотрим, как провести ближайшие выходные. Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Сноу Макс» с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку авторской куклы Валерии Горшун «Звезды над местечком». Куклы выполнены из шерсти в технике сухого валяния. Зрителей ждет своеобразная кукольная еврейская история, навеянная детством Валерии, которое прошло в городе Бобруйске, более чем наполовину состоявшем из жителей еврейской диаспоры. Каждая кукла имеет свой образ и характер и дополнена различными аксессуарами. Выставка открыта с 10:00. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Веселье заходнего Полесья». Гостей выставки ждет 9 ярких элементов традиционного белорусского свадебного обряда, среди которых народные праздничные наряды, музыкальные инструменты, предметы быта и фотоснимки из фондов Белорусского государственного музея архитектуры и быта. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию положений «Шукаем тенора» по пьесе Кена Людвига в постановке Михаила Краснобаева. Публику ожидает динамичный спектакль со множеством сюжетных поворотов и забавных недоразумений. Начало спектакля в 19:00. Ну а для тех, кто думает, как сделать свой вечер не только интересным, но и вкусным, мы можем порекомендовать бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Сноу Макс» от кондитерской фабрики «Витьба». Они понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и ваш вечер тоже наполнится новым вкусом. Ну а в нашей группе ВКонтакте продолжается розыгрыш, кстати, сладких призов от кондитерской фабрики «Витьба». Заходите, у вас есть еще несколько минут для того, чтобы правильно ответить на тот вопрос, который мы там разместили. Но у нас появились новые гости, и самое время с ними знакомиться. Да, если вы предпочитаете вечером не только сладости уплетать, но и, может быть, предпочитаете какую-то интересную компанию, я думаю, что это знакомство вам точно будет по душе. В гостях у нас Светлана Голубовская и Екатерина Сиднева, студия Enjoy Dance. Девчонки, здравствуйте. Привет! Здравствуйте. Вы такие милые, симпатичные, стройные, за что вас многие ненавидят. Как вообще вам удалось... Ну, вы достаточно юные для бизнес-леди, честно вам скажу. И тем не менее вы умудрились организовать такую студию, такой объект
в нашем городе. Такой эдакий микс ни на что не похожий. То есть там и фитнес-клуб, там и центр красоты, там и коррекция фигуры. И, в общем, там нет только массажиста и парикмахера, а так, в принципе, есть все. Наша публика очень любит что-то новое, что-то ни на что не похожее. И я думаю, что любопытных к вам заходит достаточно много, и друзей у вашей студии прибавилось. Но сейчас мне интересно, как появилась такая идея, как вы создавали свою студию, и как вы вообще нашли друг друга? Ну, изначально студию мы решили сделать, просто фитнес должен был быть. Угу. Мы не планировали больше там ничего пока делать. В общем, ничто не предвещало. Да, начинали только с фитнеса, хотели просто это сделать. И просто так получилось, что я пришла на работу в второе агентство, где Катя работала. Угу. На самом деле мы до этого вообще были незнакомы. Абсолютно. Вы не дружили со школы, вы не жили в одном дворе. Мы абсолютно работали в разных сферах. Это судьба. Да, то есть я работала в туризме, Света работала вообще в... Где-то еще? Да, в организации. И в принципе, то есть вот как-то одно за другим, и получилось все так, что мы заговорили на работе. И я как-то говорила, что занималась длительное время хореографией. И она говорит: слушай, ты не хочешь у меня преподавать? И я такая... Не знаю, надо подумать, вроде как-то не собиралась. Ну, в общем, думала недолго, я так чувствую. Не собиралась. Нет, вы знаете, я пока ничего не веду. Угу. Да, пока я никакого направления, но я думаю, тем не менее, поддержку вы оказали не только моральную, но и вы сегодня полностью работаете в студии. Да. На данный момент уже, да, полностью. Вы 15 июля, вот буквально осталась неделя, да, будете отмечать свой первый день рождения. Вам будет целый год. Да. Но это круто на самом деле. За такой короткий период времени вы так успели обрасти столькими дополнительными услугами. На самом деле, я даже хочу прочитать, может быть, кто-то из наших телезрителей не в курсе, но, значит, здесь и коррекция фигуры, стрейчинг, йога-пилатес, детская хореография, степ-аэробика, всевозможные тут не по-русски написанные какие-то дэнсы, возрастной пилатес 50+, идеальная фигура стрейчинг на 1,5 часа, даже есть йога в гамаке. Да, это единственное направление в Витебске в нашей студии. Это аэро-йога, по-другому называется йога в гамаке. То есть это реальный гамак, подвешенный? Это реальный гамак, подвешенный к потолку, где выполняются гимнастические всякие упражнения, поза йоги То есть это полноценное занятие йогой, да. Только все это происходит в гамаке. Есть еще и силовые тренировки там, получается. И с помощью гамака вы можете выполнять любые упражнения. Плюс растяжка, получается, позвоночника есть и расслабление тела. Но, тем не менее, в первую очередь это танцевальный фитнес. Ну, во всяком случае, так задумалась ваша студия. Я предлагаю сейчас нашим телезрителям отвлечься от нашей беседы буквально на 1,5 минуты. Мы хотим продемонстрировать вам видео, которое мы специально подготовили для сегодняшнего эфира, чтобы вы могли ближе познакомиться с танцевальными направлениями. Давайте посмотрим, а потом снова сюда вернемся. She about to show me just what I like. My favorite part. Damn, she picking up the pace for the both of us. Ain't too far. Watch her do it with no hands just to show it off. She ain't the type to just give it all up. I'ma call it luck. Yeah, she a good girl, but with me she bad as fuck. She about to turn up. She all in. She got it from the waist down. Watch her throw back. I'ma own that. Yeah, she got it from the waist, she ain't riding slow. Watch her throw back. I'ma own that. Yeah, she got it from the waist, she ain't riding slow. Yeah. We ain't riding low. We ain't riding low. Yeah. We ain't riding low. We ain't riding low.
Девочки, скажите, пожалуйста, что это было вот за направление? Это же было какое-то определенное направление, то, что мы увидели? Да, это направление называется Jazz Funk, это взрослая группа. Также у нас есть Jazz Funk Kids, то есть для детей. Там детки, да. Желательный возраст для данного направления – это 8-9 лет, угу. Ну, соответственно, старше. А вообще дети со скольки лет у вас занимаются? У нас есть две группы. Первая группа с 3 до 6 лет, вторая с 6 где-то до 12. То есть совсем малышам тоже найдется, да, применение? Я просто до сих пор думаю про йогу в гамаке, почему-то мне кажется, что это как раз то, что мне нужно, чтобы лежать и стройнеть. А потом дети, которые занимаются у вас с самых ранних юных лет, они потом могут куда-то перейти, да, продолжить заниматься уже, наверное, в каких-то других группах, какие-то другие направления вы им можете предложить. Или 6 лет, все, спасибо, до свидания, дальше. 8. Нет, почему? Jazz Fun Kids у нас есть. Угу. Взрослые современные танцы уже более постарше для они детей. Они же просто взрослеют и переходят просто в взрослую группу. Да, это необычный модный современный танец, угу, для современной молодежи. Угу. То, что они хотят сейчас. Мы поговорили про столько всевозможных направлений, которые у вас есть. Есть ли возможность у друзей вашей студии, у тех дам, которые приходят? Ну, это женский, да, мы забыли упомянуть один момент. Это студия для женщин. Вот. Могут ли они, например, походила там на какое-то фитнес-направление танцевальное, потом, нет, я хочу другое попробовать, я хочу другое. То есть существует ли возможность в течение, там, ну, не знаю, месяца одного походить на разные? Может быть, такие абонементы есть сборные, может быть, каким-то образом вы позволяете, что ну вот приходи, когда хочешь, вот тогда у нас вот это, вот тогда у нас вот это, а вот послезавтра у нас еще вот это. Да, у нас есть абонемент, он называется гостевой, угу. То есть скажем так, когда человек приобретает данный абонемент, он имеет право посещать абсолютно любое направление, предложенное в нашем расписании. Угу. Вот, то есть предварительно позвонив нам на фитнес, он говорит, что я хочу прийти тогда-то, на такую-то тренировку. Да, рассчитывайте без проблем. На меня. Мы смотрим количество мест в свободной группе. И, конечно, да, учитывая то, что у нас небольшой зал, для того, чтобы комфортно было заниматься, это максимум 10, ну, 11 человек. Все, человек приходит, занимается. У нас есть отличные силовые тренировки, направленные на коррекцию фигуры. Это с помощью дополнительных каких-то там гантелей, да, там, усилителей, да, какие-то? Да, угу, правильно. То есть, если девочки приходят к нам первый раз в студию, у нас есть очень грамотные инструктора, которые, в свою очередь, предлагают сделать измерения. Угу. Да. А, угу. Основных, скажем так, параметров женского тела. Вы еще ведете дневники, да, тех, кто занимается. Угу, угу. Да. И следите, и корректируете, и наблюдаете, и меряете, и взвешиваете. И так, да, что, ну, чтобы уже был, да, виден результат. Вести, да, вести дневники питания, угу, записываем все, что им нужно. И можете рекомендовать как какую-то, ну, это, наверное, не диета, да, это просто... Режим питания, да, будем говорить. Как питаться, там, со скольки до скольки лучше не есть, или наоборот, давайте начнем уже что-нибудь есть. Да. Не то, что едят с едой, а давайте есть еду. А, кстати, по поводу питания, это какая-то диета, которую вы всем рекомендуете, или это просто рекомендации по правильному питанию, если соблюдать их, сбалансированному, может быть, по то это уже приведет, может быть, к какому-то результату? Ну нет, это не диета. Угу. Скорее всего, это, наверное, девочки обсуждают рацион питания непосредственно, как они кушают, угу, ежедневно, и, соответственно, тренер, выслушав все их... Да, пристрастия, предпочтения, указывает и на они какие-то ошибки или наоборот, да, чего вы больше, чего хорошо, меньше, что вообще исключить, то есть таким образом они полностью, скажем так, корректируют, угу, его, и уже действительно у нас есть девочки, которые добились результатов, да, даже приходят, говорят, вы знаете, у меня на работе все заметили изменения, да, то есть где-то подросло, где-то ушло. И действительно ходят довольно, в общем, рады. Главное – это режим, и не только в питании, но и в занятиях. Я думаю, что при желании результата добьется любая. Кстати, возрастная категория
тех, кто к вам ходит, дам, вот от и до, если, ну, я не знаю, может быть, только молодежь, или только вот среднего возраста дамы, или, ну, абсолютно без, ну, без ограничений? У нас начинаем с 3 лет, и нет ограничений. Отлично. Мало до велика. Да. Вот, нравится, кстати, ходит. Про детей с 3 лет. Раз у вас студия для женщин, дети тоже только девчонки? Нет, и мальчишки нет. Могут? Девчонки, мальчишки. То есть могут. На детей не распространяется? Да. То есть кто угодно. Опять же, на вашем флаере я вот с обратной стороны почитала, что в студии Angry Dance предусмотрены дополнительные услуги, которые помогут добиться максимального результата. У вас есть депиляция воском, ногтевой сервис, ламинирование ресниц, коррекция окрашивания бровей, макияж, любой сложности и даже солярий. Когда вы все успеваете? Стараемся, по крайней мере. Но для лучшего эффекта. Почему появились эти дополнительные услуги? Ну, если изначально планировался фитнес-клуб. Изначально, да, планировался фитнес-клуб, потом захотели сделать солярий, чтобы можно было потому сразу же соединить пост. Вместе, да, спрашивали, хотели это и другое. И так пошли дальше направления. Угу. Ну, вообще, это удобно. Часто ли у вас после занятий кто-то остается, чтобы или в солярий сходить, или заняться внешностью, это ручками, очень удобно, ножками? Получается, потому что, да, они вышли с тренировки, сразу могут сходить в солярий, позагорать. Если мама привели детей, они ждут, допустим, на детской хореографии, они могут чтобы сходить, время сделать, не да, пропадало ногтевой сервис, чтобы не пропадало даром. Время, угу. И сделать все, что им надо. Существуют ли у вас какие-то, может быть, преимущества для... Ну, я так понимаю, что и те, кто не занимаются у вас на фитнесе или на йоге, или там на танцевальном фитнесе и так далее, тоже могут прийти и воспользоваться услугами, да, дополнительными. Наверняка у вас существуют бонусы для тех, кто все-таки является постоянным клиентом студии. Да, нашим, да? постоянным клиентам есть всегда скидки. Мы всегда ждем и рады видеть. Ну, в общем, выгодно быть постоянным клиентом, выгодно, чтобы следить, конечно, не только за внешностью, но и за тем, как ты выглядишь изнутри. Я сказала о том, что вот в начале нашей беседы, что у вас вот тут вот уже день рождения, вам будет 1 год. Есть планы, как вы будете отмечать? На самом деле идей очень много, которые мы собираем даже в одну кучку, не знаем, как это все лучше сделать, но по плану, в первую очередь, мы планируем выезд за город, uh-huh. свежий воздух, где мы проведем, скажем так, с нашими девочками такие как мастер-классы, назовем это uh-huh. так. С теми, кто уже занимается, с теми, да? кто занимается. То есть это не только корпоратив для коллектива, да, и это... сотрудников нет, коллектива? Нет, абсолютно uh-huh. нет. Мы приглашаем вместе с детьми наших женщин. С мужьями. С мужьями, с детьми, угу. с подругами, друзьями. Будем соседями. Рады всех видеть. Да, соседями. С кошками, собак. Будем рады всех видеть на нашем празднике. Угу. Поэтому звоните, записывайтесь, приходите. То есть главное только знать количество тех, кто придет. И поэтому, если кто-то прямо сейчас смотрит, да, а если это не клиенты студии, то тоже можно... Ну, неважно, мы рады видеть да? абсолютно Они всех. Будут нашими клиентами. Да. Значит, дамы и господа, если вы хотите побывать на дне рождения студии, Enjoy Dance, то вы можете записаться, позвонить по телефону, который у вас на экране, записаться и получить пригласительный, узнать адрес, куда ехать. В общем, программа будет какая-то праздничная программа, да? Да, конечно. То есть будет веселье полным ходом. Для детей будет отдельная какая-то программа, для чтобы отдельная там... программа, угу. для взрослых будет отдельная программа, у нас будут ведущие, конкурсы, розыгрыши, поэтому сладкий какой-то... стол, да. Угу, угу. Мини-фуршет, поэтому и... приходите. А скажите, пожалуйста, а появление в спортивной форме на дне рождения все-таки на празднике, это будет нормально? Потому что там да, все-таки... у нас будут тренировки. Абсолютно. Да. То да. есть и фуршет в спортивочках, но зато... Будет спортивный фуршет. Ну, там просто будет, наверное, фреш какой-то предлагаться. Да. Вот, форма все. Абсолютно никак не помешает. Не даже помешает. Если вы придете в костюме, я думаю, мы... Мы его с вас снимем. Мы найдем. Я так понимаю, что от сладкого вы, в принципе, не отказываетесь. Вы его в меру
но все-таки можете себе позволить, да? Да. В начале нашей программы мы объявили конкурс. У нас были представители кондитерской фабрики «Витьба», они пришли со сладким презентом. И вот как вы думаете, сколько калорий в рулете «Мамита»? Ну, я думаю, что так вот на глаз очень сложно ответить на этот вопрос, но сейчас Ваня озвучит те ответы, которые нам прислали наши телезрители. Ну, телезрители наши практически не ошибались, потому что мы подсказали, где есть правильный ответ, на сайте, либо на самом рулете, поэтому я знаю правильный ответ. Это 380 килокалорий, которые содержатся в этом рулете. Ну, кстати, для такого большого пирожного... На 100 граммов. Да, на 100 граммов. Ну, что можно себе позволить? А сколько надо провести времени в зале, чтобы сбросить эти 300 килокалорий? Ну, полчаса, час тренировки? Минут 40. Да? Ну, в общем, интенсивные тренировочки. В общем, ешьте «Мамиту» и приходите заниматься в студию Enjoy Dance, и у вас будет красивое тело, дорогие друзья. Спасибо вам, девчонки, огромное. Спасибо за ваш труд, красоты вам, любви. Как можно больше, чтобы было друзей вашего клуба, чтобы у вас появлялись дополнительные еще какие-то функции, бонусы и какие-то интересные предложения. Я думаю, что с вашим запалом, азартом и энергией долго ждать не придется. Мы будем счастливы видеть вас на ваш второй день рождения у нас в гостях и на третий. И чем больше дней рождения, тем больше мы будем рады за вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Наш эфир продолжается. И в завершении нашей программы студия Enjoy Dance прямо здесь, вот в вечернем Витебске, представит то, что они очень хорошо умеют делать. Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем всем нескучного вечера. Пока, и проведите этот вечер интересно. Nobody's getting